По данным Минсельхоза Чувашии, на 31 мая в сельхозорганизациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах яровыми культурами засеяно 200 тысяч гектаров. Это практически 97% плана. Картофель посажен на площади 6,5 тысяч гектаров, и почти половина приходится на долю Батревского и Комсомольского района. Больше, чем в прошлом году, посеяно сахарной свеклы, подсолнечника, на зерно и рапса. Увеличение площадей связано с высокой доходностью технических культур. В хмелепроизводящих хозяйствах навешано 89 гектаров хмеля, столько же, сколько и в прошлом году на эту дату. Одновременно проходятся работы по химической обработке посева.